«Газпром Бурение». И встреча для Синары номер 4. У Бурения, конечно же, тоже амбиции очень высоки. Там интересно. Конор здорово обыгрывает оппонента. Мяч в воротах. 1-0. Денис Целюк, 23-й номер Бурения, только-только появился на площадке. Шишкин. Снова мяч до него доходит. Предлагает себя в центральном круге. Мошкин. Нет фола. Казаков. Ой, как медленно. Но мяч все-таки в воротах. И неужели это снова автогол? Вопросы ко второму арбитру, наверное, у Синары будут. Но уже не сейчас. Сергей. Целью. Еще один прострел. 3-0. Константин Левин подкараулил отскок и переправил мяч в цель. Тайм-аут. Балдин. В перекладину попадает Балдин. Вот еще одна пушка в его исполнении. Балух, Камилов, Валеев и Барни. Площадки у гостей 4-0. Неужели это снова автогол или на Сергеева запишут? Ну запишите на Сергеева. Может пробить отсюда. 4-1. Забивает таки Синара. Важный с точки зрения психологии гол. Евгений Балдин. Валееву достается от главного тренера дубля Синары. Евгений Балдин. Мошкин. 6-1. Давыдов со второй попытки поражает чужие пустые ворота. Казаков. Давыдов. Ворота пустые. Будет еще попытка. Казаков. 7-1. Евгений Казаков забил в Екатеринбурге, забивает из Щелково. Теперь уже точно можно констатировать, что команде Подмосковья хочется большего. По сумме двух встреч получается 9-4 в пользу Бурения. Синаре удачи в дальнейшем, особенно в следующем сезоне. С вами был Егор Алексеевичев, друзья. Счастливо!